Здравствуйте, друзья! 1 сентября, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Вновь поступили у нас черенки метельчатой гортензии. Какие сорта в этот раз у нас пришли? Diamond Rouge, Bobo, Геркулес, Самарская Лидия и Polar Bear. Polar Bear – это полярный медведь. Очень популярная сейчас гортензия. Вообще из метельчатых, которые нам сегодня привезли – в общем-то, все самые, мне кажется, популярные сорта. Стоимость черенка 500 рублей. В этот раз пришли они чуть поменьше, чем в прошлый раз. Но чем хороши вот такие черенки без рогаток? Вот смотрите, ровные стволики. То есть вы можете сами сформировать эту гортензию, допустим, прищипнуть на нужной вам высоте. Такие низкие черенки можно высаживать. Такие маленькие черенки можно высаживать вот осенью. Что мы делаем? Берем лапник, накрываем. Достаточно двух веточек лапника. Можно взять укрывной материал белый и сверху поставить корзину. Вот в канцелярских магазинах продаются корзины для мусора. Вот такой вот корзина для бумаг, по-моему, она называется. Вот такой вот корзиной, она достаточно высокая, можно накрыть вот этот посадочный материал, вот эти черенки, и они у нас не замерзнут. Вообще гортензия зимует очень хорошо, и если мы ее высадили, ну где-то так ориентировочно до 20 сентября, она приживается отлично, тем более, что, как правило, октябрь на Урале еще теплый, и очень хорошо приживаются эти черенки весной. Они уже активно пойдут в рост. Единственное, на что хочу обратить внимание, при высадке вот этих метельчатых гортензий, черенков, нужно обязательно вносить в лунку удобрение пролонгированного действия для гортензий и микоризу, для того, чтобы корневая система лучше развивалась. Ну и, конечно, кислый торф обязательно. Вот когда я делаю такую смесь, ну и также желательно добавить биогумус, либо перегной. Гортензии приживаются очень хорошо, очень быстро затем идут в рост. И никакого выпада, по крайней мере, у меня, вот сколько я гортензий садила, никогда не было. Сейчас еще покажу Diamond Rouge и Bobo. Вот Diamond Rouge и Bobo отсвечивает. Очень хорошие гортензии и хороший посадочный материал. И вот сейчас как раз осенью, когда идут дожди, гортензия, как мы все знаем, очень любит воду, полив, она, конечно, приживется просто замечательно. Также хочу сказать, что это у нас заключительный завоз черенков гортензии в этом сезоне, в сезоне 23-го года, поэтому... Кого заинтересовали черенки вот этих гортензий, приглашаем к нам в магазин. Кто живет в городе Каменск-Уральский, это магазин «Дача», который находится по адресу проспект Победы в центре здания. Сейчас у нас сняли вывеску, балкон там сделали. Пока у нас вопрос решается по вывеске, как мы будем ее делать. Но магазин работает, поэтому приходите, в наличии есть все. И удобрения для гортензии, ну, в общем-то, все для сада, огорода, как всегда, у нас есть. Всегда рады вас обслужить. Для тех садоводов, кто просит оставить черенки, кто живет в Свердловской области и планирует приехать за этими черенками, сразу хочу сказать, что оставляем мы посадочный материал только по 100% предоплате. Поэтому, если вы желаете приобрести эти черенки, предоплата на карту, пишите мне на WhatsApp, либо в комментариях под роликом. И в этом случае при 100% предоплате мы, конечно, оставляем черенки. Друзья, я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.